Идет процесс реорганизации учреждений здравоохранения Шадринска. В этом году терапевтические и инфекционные отделения первой городской переедут в районную больницу, а в помещении по улице Михайловской, 182, разместятся лаборатория и дневной стационар терапевтического отделения. Людмила Николаевна Новикова сообщила, что дневной стационар сможет принять пациентов уже в мае. Данный вопрос, помимо прочего, обсуждался в ходе встречи главы города и директора департамента здравоохранения Курганской области Ларисы Кокориной, сообщает пресс-служба администрации. Мы оптимизируем круглосуточную койку, и зачастую население действительно более удобно прийти получить медицинскую помощь и, так сказать, остальное время проводить уже в домашних условиях, если это не больные, требующие динамического наблюдения. Поэтому я думаю, что вот те вопросы, которые нам с вами предстоит обсудить и сделать все возможное для того, чтобы шадринцы были удовлетворены оказанием медицинской помощи. Рабочий визит последний был посвящен совершенствованию работы учреждений здравоохранения, подчиняющихся региональному ведомству. Лариса Кокорина напомнила, что оптимизация, начавшаяся в 2015 году, выполняется в рамках выполнения указов президента страны. Свой визит в Шадринск сама Лариса Кокорина разделила на два направления – оценка оказания медицинской помощи жителям города и оценка материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов в районе. В течение дня директор департамента здравоохранения Зауралья посетила ряд медицинских учреждений. Особое внимание руководитель ведомства уделила информатизации медицинских учреждений, в частности, эффективной и бесперебойной организации электронной записи.